Здравствуйте, вы откуда приехали? Я сама из Омска, Западная Сибирь. Представляем здесь свою авторскую студию по селениту камушек. А мастерская у нас находится в Кунгуре, Пермский край. Чем хотите. Очень хороший теплый камень. Из чего его добывают? Это природный камень или же? Природный натуральный минерал. Разновидность лунных камней. Поделочный лунный камень. Из него выполняют в основном только фигурки. Украшения выполняют, но они довольно тяжелые. Это не первые вороны, которые мы выполняем, поэтому я точно знаю, что очень хороший материал. А можно смотреть поближе? Ну, конечно. Вороны. А вы прям вот так поднимаете ее. А это тоже кошечка, да? Да, это кот Пушистик, хозяин. Очень теплый, добрый камушек, ну, по своим природным свойствам. Считается камнем домашнего очага и душевного равновесия. Подходит он для всех знаков зодиака без исключения, как оберег для дома. Почему селенит еще хорошо в доме держать? Он себя собирает весь негатив. У меня уже есть такая. Очищается и заряжается в полнолуние. Полная луна, выставляется фигурка на подоконник. Под лунным светом камушек очищается и заряжается. В это время можно загадывать желание. Исполняется. Серьезно вам говорю. Да. Любую фигурку из селенита. И что, даже вот эту я купила? Да, то, что вы купили, пожалуйста. Вот эту штучку. Да, вот в один из трех дней, у нас полнолуние длится 3 дня, в один из 3 дней выставляется фигурка на подоконник и оставляется до утра под лунным светом. Котенок Гав. Из мультика. Это из чего? Натуральный камушек называется он селенит. Камень. А сова? Вот это вот. Все, что выполнено приближенно к натуральному, мастер затрачивает на это очень много времени. Поэтому всегда цена уже... А цветы вон те? Цветы 550 цветочки, подснежнички 600 рублей.